Всем привет, ребята! Всем доброе утро! У нас такое впечатление, что как будто вечер. Темно. Пасмурно. Бегает. Такие тучки там плывут, проплывают. Тихо, ветра нет. У нас вообще, можно сказать, редко, когда есть ветер. Когда дует ветер, так правильнее сказать. Даже если вот там вот лес шумит, то у нас здесь как-то затышно так, тихо. Обещают вот с дня на день похолодание уже, минус. Ну что ж, скоро зима, скоро Новый год. Да, уже пора готовиться. Ой, а гирлянду я так и не заказала. Ах ты ж, боже мой. Надо заказать. Может, Юрик приедет, заодно и повесит. Потому что у нас, мы, наверное, Лёшек не сможет. Да высоко. Вдруг, мало ли, у Лёшика голова закружится. Ну его. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня... Ой, я вам сказала доброе утро, да? Не помню. Ну, на всякий случай, доброе утро вам. Привет большой вам из Мокрого. Хорошего вам денечка, хорошего настроения. Будьте здоровы и счастливы. Вот. А у нас сегодня вторник. Вторник. Так вот пасмурно, за бортом. Сколько у нас? Всего 3 или 4. 3 или 4 градуса. 3. Вот, так, курочкам надо травки нащипать. Сейчас нащипаем. Да, хотите травки? Да, хотите, мои девочки, травушки? Сейчас пойду нащипаю. Лёшик, ты там? Лёшик там в курятнике. Так звучит, да, Лёшик в курятнике. Ну ладно. Воды опять налила за ночь. В ведро. Пойду щипать травку. Да, девчули? Девчули тут со мной бегают. Там одна, там вон другая. Пойдем щипать травку. Вот тут вот одуванчики им щипаю. Уже выискиваю. Так вот где? Вот здесь вот можно. Вот нащипать. Вот сейчас тут вот и нащипаю. Хорошая травка. О. Высыпала им здесь травку, потому что там высыплю, они сюда прибегут все равно. Пускай клюют тут. Вот так. Девчулики мои. Так, а что тут наш Лёшик? Лёшик, что тут у тебя получается? Чё? О. А, о как, все цивильненько. И тут вот так вот повесишь, да?
Хватит, не хватит, выдержит, не выдержит. Ух, конечно, выдержит, почему нет? Да хватит, пускай пониже чуть висит. Хватит. Так. Вплотную не надо. Мерил, сколько у нас здесь? А, 2,40 на 2,15. 2,42. 2,50 на 2, в общем-то, да? Ну да. 5 квадратов. 5 квадратов. Ну, а я так считала, 6, вот, чтобы сыпать им бактерии. Ой. Гнездо у нас ласточкино. Как в Крыму. Ласточкино гнездо. Думаешь, они прилетят на случай? Конечно, прилетят. Ладно. Пускайся. Как? Ты, елки-палки, на-ка подержи. Вот тут. Я не достану туда. Лёшек. Ладно. Да там плюс-минус, там можно чуть подогнуть. О, какое гнездышко. Так. Ровно, не ровно. Но как-то ты не по центру, а съехал туда. Вот тут, наверное. Ну да, где-то тут, да. Да. Надо уже и кормушку повесить, Лёшек. Уже был день синичек, когда вешают кормушки. Что такое, Педро? Ой-ой-ой. Цыпа-цыпули. Ладно, занимайся, да? Вешай. В принципе, тебе уже недолго осталось, да? Что, повесить и подключить, да? А, ну потом, может, вдвоем сходим, подержишь мешок, а я накидаю, да? Да, в принципе, я и сама могу. Даже, наверное, там одного мешка будет мешок мало. Надо. Ну, посмотрим сейчас. Мешок. Посмотрим. Сейчас пойду посмотрю, пойду попробую. Хочу, ребята, попробовать пойти поликарбонат этот собрать. Не могу, он меня мучает. Как говорят у нас на Украине, муляе, муляе. Что такое муляе, знаете? Это как мозоль натирает вот, вот это вот, знаешь. Знаете, вот это вот муляе. Так, идите, ешьте. Что вы за мной бегаете? У меня больше нет ничего вам. Вон, цепнула травку, идите. Что вы ждете? Вкусняшку бегают, ждут. Потому что я же всегда захожу и кидаю им чего-нибудь. Идите травку кушайте, идите. Потом кину. А? Одинаковые короба. Один толще, другой толще. Ну, боже мой, Лёшек. А дождик моросит. Дождик моросит. Ну ладно. Ладно. Перекур. Блин, а тут дождь пошел. Да, моросит дождик. Ой. Травки нарвала? Кого? Травки. А, вон они. Да, тут им кинула, потому что прибегут же все равно сюда. Ну, да. А тут при месте, пускай клюют тут. Иди, Педро, клюй. А, я сарай открыла. Вот они уже тут все. Знает, что будет вкусняшка. С
собирайте, собирайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Мои умнички. Собирайте. Ай-яй-яй-яй. Нате вам еще. Нате, поклюйте. Вот так. Мои девочки. Кто-то по улице пошел там. Гавкают девки. Им развлечение тоже. Облаять кого-нибудь. Все? Все, идите травку кушайте. Все, давайте. Так. О. Ой, боже мой, ой, боже мой, на трех лапках прыгает. Кто там прыгает на трех лапках? О! Ой! Ребята, у нас поймалась мышка. Причем там такая мышка ушлая. Наконец-то я ее поймала. И вчера вечером услышала, щелкнула мышеловка. И я быстренько туда смотрю, сидит и выдирается из этой, из мышеловки. Что, в общем, попало под руку. Глубокая тарелка там стояла, накрыла ее тарелкой, сверху положила камень для гнета на тарелку. В общем, она там сидит. Утром я посмотрела, она пыталась грызть мышеловку, потому что ошметки валяются. Вот я сдвинула эту, но она там живая сидит. Вот. И не знаю теперь, как ее, варюшку надо туда. Сейчас варю возьму, наверное. Надела и схватила его. Бочку. Успеешь ты схватить? Ага. Перчатку надела. Схватила. Ага. Умный. У кота какая реакция? И то он не всегда мышку поймает. А ты хочешь надеть перчатку и поймать. Да. Умный. Сейчас Варю возьму, да, с Варей пойдем ловить. А как ты вытащишь? Сейчас приду. Ну, дощечку можно подложить. Дощечку. На дощечку съехать тарелку. Да. Отвязать мышеловку. И можно откусить. Ну да, можно, в принципе, отрезать веревку. Ну, сейчас будем пробовать. Ну, ребята, такая жирная. Видно, что старая. Прожженная. Прожженная, ага, такая ушлая. Мышара. Лес зашумел. Было тихо. Сейчас зашумел. Это все как положено. Все как положено? Да. Да. Так, а ну-ка, где мои очки? Если 76 киловатт, как положено? Да чего ты? Мы не целуемся. Чего ты? А как же, я к Лешику подошла. Очень близко. Ну, нормально. Нормально? Там 1100, здесь 1000. 2000. Это что? Газ. Это газ? А, Газпром, да. 942 рубля, да? Ну, это еще за сентябрь. Что у нас попили сентябрь? Это за сентябрь. Ну, вода 304. Это, а это что, свет? Свет 1150. 1159. 1160, не 1200. А это вода и мусор. Вода. Воды много у нас что-то, да? 304 рубля. А что, мы в ванне наливаем? Все. Да уже же не поливаем. Но это тоже же, наверное, за сентябрь. Да. Но в сентябре мы тоже не поливали уже.
Да. А это? Баня сколько воды? Где? Сколько кубов? Ты это помыла? Нет. Сколько кубов? Кубов. Тариф. Тариф 33. Вода подорожала. Была 20. Не помню, сколько было. Нет, 200 кубов должно. А где тут кубы написаны? Вот он. А, ниже. 418. Это счетчик. Это счетчик. Норматив потребления 9. Сумма, объем коммунальных 9. 9 литров. 9 кубов мы использовали. А куда? Не, ну мы не экономим воду, но все равно как-то многовастенько. 9 кубов для двоих. Ну ладно, вот так вот. А наша посудомойка работает? Да сколько она там работала? И сколько она там? 9 литров у нее расход. 9 литров воды. Все, пойдемте на улицу. Кто пойдет? Кто пойдет? Пойдем. Так. Вот и все, ребята. В истории с мышкой можно поставить точку. Но на самом деле огромная была такая вот. Так, все, беру мешки и пошла собирать карбонат, поликарбонат. О. Ладно, пойдем дальше. Давай. Идите, клюйте травку. Давайте. Вот без конца вам только сыпь и сыпь, да? Да. И мало будет. 2 горсти корма кошачьего бросила. Утром поели. Травы вон бросила. Идите, клюйте. Давайте. Пошли. Пошли. Кыш. Кыш. Пошли. Ничего я вам давать не буду больше. Все, заглядывают. Да как же, сарай открыла. Так. Не, нормально, да? Ну, и что дальше? Ну, собирайте. Пособирайте, да. А то папа там порассыпал. Давайте. А Педро на страже стоит. Все, ребята, я сделала, что хотела. Я собрала. Надо уже стирать. Вымазалась, как свинья. Стирать, куртку закинуть. Я собрала поликарбонат. В общем, получилось 5 мешков. Сейчас покажу. Вон. Вот таких. Здесь 3. И там еще 2 лежит. Я смогла притащить только 3. Вот. А там еще 2. Потом Лешек притащит. Нет больше сил у меня. В общем, вся теплица влезла в 5 мешков. Порезалась. Даже через перчатки порезалась. Ну ладно. Это ерунда. Главное, я все. Я теперь спокойна. Я убрала его. Все. Он мне...
не мулеет. Вот. Все. Посмотрим, что там. Ну что, я вам уже сегодня насыпала, мама дорогая. Не горюй. Они так и будут ходить. Ну как ишь. Идите, гуляйте, идите, червячков ищите. Давайте, давайте. Пошли вон. Пошли, 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 Педро. Все, а? Иди. Греет. Греет? Греет. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что такое? Ой, ой, ой. Еще одна сидит. Они две сидели, вот две эти. Ну да, одна спрыгнула, а та сидит. А что ты? А, там просто наклеена, да? Я думала, это бумажка. А это наклеена. А что-то слабо греет. Так я поставил на 10 минут. А. Выключаю. А как он выключается? А, вот есть этот вот пыпочка. Погас вы? Да. Во. Ну и все. И там, как всегда, лежит яйцо. Одна несется там. Надо, я Лешку говорила, давай поставим ей там это гнездо. Ну, если нравится ей там нестись, что? Ну, ящик поставь туда. Пускай. Вот ящик, да. Ящик надо найти маленький. Сейчас пойду найду, положу ей семца туда и поставлю. А ты нравится? Чего ты сидишь там? Ленивая. Вчера сколько было яиц? 7. Вот. Ко-ко-ко-ко-ко. Пошли, пошли отсюда. Пошли, пошли. Пошли. Иди, Педро. Все, выключайся. Пошла за ящиком. Ты на меня не посматривай. Я тебе не по зубам. Я его боюсь. Я вообще петухов боюсь. А этого не надо бояться. Он хороший. Он хороший, да? Ты говорил, как-то он прыгал на тебя. Я курицу. А, он курицу защищал? Да. А. Защитный петух. Так, Лешек, давай повесим эту еще. Она валяется вон у нас, кормушка. Чтоб потом только насыпать нам и все. Сейчас-то птичкам есть еще что кушать. А вот когда выпадет снег, это да. Потом уже все. Так. В четверг надо будет купить еще. Я забыла прошлый четверг купить эту веревку, Лешек. Она мне на глаза не попалась, и я забыла. А мне надо еще гортензии посвязывать. Вот. Потому что, ну, был у нас печальный опыт. Я вам говорила, да? Вот так выпал снег, потом дождь, замерзла. Потом опять снег, потом опять дождь, замерзла. И вот этот вот, как он, наст называется, верх на снегу такой ледяной, корка ледяная. Когда стал таять снег, он поломал мне все гортензии. Я ищу ящик для курочки. Ой, сейчас найду. Сейчас пластиковый поставлю. Я думала, деревянный может есть. Поставлю пластиковый. Небольшой найду. Да и поставлю. Что, Митяй, уже не влазишь в дырку, да? А? Уже не влазишь. Кабан такой. Толстый кабанчик. Вон, поставила. Такой ящик нашла. Ну, если сломается, поставим другой. Просто нет такого, пластикового нет маленького ящика. Пошла, пошла на проверку. Что, моя разговорчивая, пойдемте. Девочки, пойдемте, пойдемте. Кыш, кыш, кыш. Все, больше я вам сегодня ничего не даю. Да, ждите ужина. Вон у вас и трава там лежит. Идите, перебирайте. Все, до свидос. Да, да, да. Так, Лешек, что нам еще с тобой надо сделать? А? А на почту сходишь, оплатишь? Ну, пойди. Надо еще
ведерки поставить вот на маленькие эти яблоньки. Сюда тоже можно на вот эти поставить вот три. И вот эти вот две, видишь? Да и черешенька там тоже вон, чтобы не сломались. И на вишню. Айва хорошо пошла. Но ее надо будет обрезать. Но потом уже к весне. Вот. Виноград надо будет еще укрыть нам. Вот как ни крути, да? Вроде все. Вот посмотришь, все. Все сделали, все, готовы. Ага, фиг там, готовы. Угу. Обязательно что-то еще не сделали. Что-то еще какие-то... Ой, ну ладно, ладно. Лёшик пошел за мешками, и коты за ним потянулись. Думают, что за рыбкой пошел на рыбалку. Ага, все, Варя поняла, что ни на какую, ни на рыбалку он пошел. Два последних мешка Лёшик заберет. Вот и все. Кто ж знал, что она не горит? Соседка наша в прошлом году сожгла. Да, у нее завалило снегом теплицу, она ее сожгла. Мы тоже думали так. Сгорит. Ага. Митяй, 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 Митяй. Ага. Я вот так тащила два мешка. А Лёшик говорит, ходить больше надо, потому что запыхалась. Но тяжело два мешка тащить под горку. Сейчас я посмотрю на него. Как ему. Надо ходить больше или нет? Что, Лёшик? А? Тяжко? Не? Ой-ой-ой. Ну да. Наверное, и правда мне ходить больше надо. Конечно. Отнесла букет, повесила там свой, что Юрик подарил. А там уже пошли эти отросточки. Новые листочки. Ну, не стала я. Вот мне там писали, посадите. Что, фух? Все-таки фух, да? Конечно. Конечно, тяжело. Писали, посадите черенки из этих розочек. Мне кажется, не стоит, ребята, даже пытаться, потому что розы эти, они выращены в особых условиях. Их выращивают в теплицах. Даже вот летом, по-моему, мне кажется, не под открытым небом, а в теплицах. И там, ну, микроклимат у них, все это, препараты специальные, все это, за ними там уход и уход. А тут, мне кажется, они расти даже не будут. Так что, даже я и не пыталась, да тем более в зиму. Не сажала черенки. Что, Алешенька? Ну, что будем делать? Пойдем домой или что? Или еще что-нибудь поделаем? Хватит. Хватит на сегодня? Пойдем. Сейчас пойду посмотрю на свои черенки. У меня уже тюльпан, ребята, вылез. Да. Один. Один вылез. А вон торчит он. Как вам показать? Вот он. Так, а розочки?
Розочки, вот, живая, видите, вон даже пошла расти какая-то. Это дерин. Тут вот, по-моему, тоже живая. Или травинка? Не, это травинка. Ну, там вон. В общем, весной посмотрим. Да, Лилюш? Весной посмотрим. Так, все. Пойдем домой. Кофейку попьем. Отдохнем. Ой, у меня шапка набекрень. Да и ладно. Да и ладно.